Вот здесь такие маховики хорошие попались. Их здесь несколько. Сразу в одном месте. Что-то Саша их не заметил, мимо шел где-то близко. Ну, чем плохие? Нормально. Красивые. И главное, все вместе. Вот еще. И тот шишечкой рядом. Красивый. А это гиграфор. Бабушкины грибочки. Она такие собирала, и я собираю. Вот он с виду какой сверху. Это шишка. Непонятно, почему белый мох. Это же не снег, это просто иней. Шикарные грибы. Ну, вон тот, может быть, не очень. А так и ножки чистые, и сами чистые. Красиво. Мухомор всегда пригодится, чтобы его снять. А потом на него смотреть. Красиво. И здорово. И это моя красная рядовка. Я такие люблю. Они только на этой горе и растут. В других местах я их не наблюдала. Вот здесь она красная на самом деле. Вот она тоже. Сейчас разрежу и покажу. В середине она бывает иногда червивая, но там дальше чистая. Ножка у нее внизу клубневидная. Вот такие грибы. А это что за чудо природы? Не такие ли ел мой один интернетовский собеседник? Вот он их штук 7 сразу заглотил. Прямо берет с ножкой и шляпки кушает, жует. Они ему очень нравятся. Неужели это такие грибы? Вот похоже. Очень похоже. Вот это говорушка булавоногая, точно. У нее ножка утолщается внизу, клубневидная. Они хорошие грибы тоже. Вот моя помоложе рядовка, эта красная. Это рядовки, это паутинники, наверное, скорее всего, такие. Но они мне нравятся. Вот она. Это постарше, без паутинки. Едем в другое место, из машины увидели маховиков. И даже не один, а их много. Вон, сейчас посмотрим. И вот еще рядом. Еще один, некогда снимать, надо резать. Вот попались мокрухи, еловые, пятнистые. Красивые. Но они могут быть и червивые.